Привет, мои хорошие! Сегодня я хочу снять видео для вас об органических зубных пастах. И все мы сейчас помешаны на чем-то органическом и натуральном. И все мы хотим для нас самого лучшего, для нашей кожи, да, для лица, для тела и в том числе для наших зубов. И я вам хочу сказать, что я долго искала и нашла такие некоторые такие органические средства или более-менее натуральные, которые вы тоже можете попробовать. Первая паста, это я вам уже показывала, цветок жасмина от Rox. Вот такая вот хорошая паста с более-менее хорошим составом, которую даже советуют не полоскать рот, если вы хотите больше свежести. Я вам честно признаюсь, что я ни разу не пробовала такого. И если бы попробовала, я бы вам, наверное, сказала. Но как-то я все равно против того, чтобы не смывать пасту. Тем более, как мне кажется, она содержит что-то, что мне не очень понравилось. А, глицерин. Ну, кто из нас захочет есть глицерин? Никто же не хочет есть глицерин. Поэтому вот этот вот Rox, цветок жасмина, просто как пользоваться я бы рекомендовала. А не смывая, не рекомендовала бы. А теперь вот то, что я смогу показать составом. Вот это вот Natura Siberica, которую тоже я где-то уже видела в каком-то видео. Это натуральная сибирская зубная паста. Вот такая вот камчатская минеральная паста с солями. Ну и все мы знаем, что соль — это отличный, да, такой отбеливающий компонент. И сода тоже, кстати. Поэтому наши мамы, они зачастую пользовались содой раз в недельку или чуть реже. Я знаю, что если содой почистить зубы, они тоже очень-очень хорошо отбеливаются. Хотя долго такого не делала. Вот такой вот у нее состав. Вот такая вот коробочка. Я вам хочу сказать, что вот эта паста мне очень понравилась. Хотя она содержит некие такие вот абразивные вещества. Так, как показать-то? Для меня это как скраб для зубов, не поверите. То есть я бы сказала, что вот это вот настоящий скрабчик для зубов. Там есть какие-то такие маленькие зелененькие частички, которые, мне кажется, скрабируют наши зубки. И зубки остаются очень беленькими, хорошо прочищенными. Это паста номер 2, а паста номер 3 это вот такая вот моя Organic People, которую я вам уже показывала в одном предыдущем видео по пустым баночкам. Там тоже нету SLS, парабенов и красителей. Она говорит, что безопасно отбеливает и полирует зубную эмаль, устраняет причины появления неприятного запаха и надолго освежает дыхание. Я бы сказала, что она нормально чистит. И вот ее я предпочитаю с утра. Если планета Natura Siberica я с вечера чищу зубки, да, то вот это вот с утра, когда вы встали, у вас еще не критичный налет, вы ничего не кушали, да, только водичку пили с утреца. Я считаю, что это тоже очень хорошее средство. Я вам советую попробовать все три. И Organic People, и Natura Siberica, и Rox с жасмином. Тоже очень-очень хорошие пасты. Вот так, мои дорогие. Если хотите найти что-то натуральное или органическое, вы обязательно это найдете. Но я вам хочу сказать, что я достаточно долго искала, прямо озадачилась. И искала целенаправленно органические, которые особенно меня так интересовало, чтобы не содержал SLS, чтобы не содержались парабены. И вот три варианта вам на выбор. Organic People, Natura Siberica и натуральная линейка Rox. Кстати, не только с жасмином, есть еще какие-то другие вкусы. Я не пробовала, но, возможно, попробую. Итак, все, мои дорогие, всего вам самого хорошего. Будьте здоровы, будьте красивы и всем пока!